Около 30 жителей Сарканского района области ЖТСУ смогли начать свой бизнес по программе «Аул Аманаты». В основном берут займы по льготной ставке кредита на разведение скота. Сейчас в регионе появляются и малые предприятия по переработке сельхозпродукции. Подробнее расскажет Гульнар Жантасова. Установка по измельчению зерновых культур, которую приобрел Токожарахом на заем по льготной ставке, стала большим подспорьем для жителей Сарканского района. Осенью местные аграрии собрали большой урожай кукурузы, а реализовать ее было проблематично. Стали сдавать переработчику на корма. Так решилась проблема сбыта урожая, а в районе появился свой мини-комбикормовый завод. Я по этой программе взял кредит на сумму в 5 миллионов тенге. Очень удобный проект. Процентная ставка невысокая. Дают каникулы на 2 года. За это время есть возможность наладить производство. Наши корма приобретают не только в Сарканском районе. Поступают заказы из соседних областей. Динара Абишева у себя на подворье вместе с мужем Рустемом основала небольшую площадку по откорму овец. На кредитные средства приобрела больше 100 голов. И сейчас животные готовы к продаже. Теперь супруги решили расширять свой бизнес. У нас в стране есть все возможности начать свое дело. Не нужно ничего бояться, и тогда все получится. Поскольку спрос есть, собираемся увеличить поголовье и реализовать мясо овец по всей области. А также планируем разводить и крупный рогатый скот. В Сарканском районе благодаря этой программе смогли начать свой бизнес около 30 сельчан. Направления разнообразные – пошив национальной одежды и предметов быта, мастерские по обработке дерева, предприятия сферы услуг. Однако предпочтение все же отдают животноводству. В прошлом году в нашем Сарканском районе кредиты были выданы на сумму 141 миллион тенге. В этом году желающих участвовать в проекте втрое больше. Уже поступают заявки от населения. Планируем выдать заемы почти 100 человек. В прошлом году по проекту «Аул Аманаты» жителям области ЖТСУ одобрили 727 кредитов на сумму больше 3 миллиардов тенге. В этом году бюджет программы увеличили еще на 320 миллионов тенге. Гульнар Жантасова, Куаныш Тургенбаев, 24 КИЗ, область ЖТСУ.